Хотела заработать денег, но осталась ни с чем. 32-летняя жительница областного центра стала жертвой киберпреступников. На удочку мошенников ничего не подозревавшая горожанка попалась еще в конце ноября. На одном из российских сайтов она увидела объявление о том, что при минимальных вложениях можно приумножить свой капитал, причем на кругленькую сумму. Единственное условие, которое необходимо было выполнить, это перечислить на счет автора объявления определенную сумму, точнее 150 американских долларов. А после предлагалось просто ждать прибыль. Через короткое время инвестиции должны были достичь отметки в 450 долларов, но ни через месяц, ни через два этого не случилось. И тогда горожанка поняла, что ее просто кинули на деньги. Только после этого она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Как правило, основные виды интернет-мошенничества — это оформление кредитов на жителей Северо-Казахстанской области, также звонки от лжесотрудников службы безопасности банков, а также объявления на сайте УЛИС о доставке товаров, когда необходимо пройти по ссылке, и в дальнейшем уже потерпевший сам распространяет информацию о своей банковской карте. С начала текущего года возбуждено 13 фактов интернет-мошенничества. Данные дела рассматриваются по части 2 пункту 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за которую предусмотрена уголовная ответственность до 4 лет лишения свободы.